Огонь гордости, памяти и клятвы. Самарская область приняла участие во всероссийской акции «Зажжение вечных огней» на мемориалах памяти героев Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие прошло в селе Красный Яр. В зажжении вечного огня у мемориального комплекса принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также жители района, ветераны, юнармейцы. Почти 6 тысяч жителей села Красный Яр погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны. В память о них в мае 72-го на центральной площади села возвели монумент. Огонь здесь был переносным и работал только по праздникам. В этом году комплекс подключили к газопроводу. Огонь вот вечный будет действительно постоянным напоминанием молодым людям о том, что сколько наших земляков отдали жизнь за свободу и независимость нашей страны. За будущее вот этих ребят, которые живут сейчас. В этом году вечный огонь зажгли на 22 мемориалах в 11 регионах. Подключение транслировалось по видеосвязи. Собравшихся приветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сегодня в преддверии главного праздника страны, Святого Дня Победы, мы, конечно, вновь и вновь вспоминаем героев, защитников Отечества всех времен. Но в первую очередь защитников от нацизма, наших героев-победителей. Акция реализуется совместно с компанией «Газпром Межрегионгаз». На сегодняшний день в регионе газифицировано 25 мемориалов. Всего по стране их почти 1700. Для нас очень важна эта работа, потому что это наш вклад в сохранение исторической памяти. Мы гордимся и преисполнены благодарностью за то, что сегодня мы живем в свободной и сильной стране. Газ в мемориалы поступает на безвозмездной основе. Галина Топилина, Валерий Майоров. События.